Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Продолжаем играть в God of War Восхождение. Так, в прошлой серии мы дрались с фуриями. Вот, сначала с одной, потом встретилась вторая, так и не удалось их победить. Вот, и нас, можно сказать, они чуть не убили, и спас друг Оркас, по-моему. Вот, и дал нам камень. Сейчас вот будем его использовать. Я забыл уже, как он используется. Так, ну. Все. Вспомнил. Ну, неплохо, сейчас сделаем. Подальше пересяду. Опс. Так, теперь что? Теперь уберем его. Так, ну, сейчас идем ништяки собирать. По-моему. А что там? Даже не показали, что мы взяли. Ладно. Ладно. Так. Сейчас мы опять оставляем наш фантом. Или как мы его назовем. Ага. А здесь у нас что все-таки? Ничего особенного. Так, прыжок, чтобы не забыть. Опа. О, братва. Подождите, парни. А, давай, бей их нафиг. Ну, вдвоем уже намного проще, чем одному. Это факт. Давай, Кратос, ты чё стоишь? Пока в невесомости его можно побить. Давай, злость. Блин, все равно дерутся. Дерутся еще как. Даже иногда не успеваю. Оу, брат. Так, это вот так нам и не удалось. Блин, они все. Их все больше и больше. Давай опять. Помощь нам не помешает здесь. Кстати, да, мы еще в прошлой серии сталкивались, как их кентавры, по-моему, два. Ну, неплохие такие враги. Вот еще бы их на них посмотреть, а то эти враги-то уже приелись. О, там один отдыхает, все уже, да? Тихо, тихо. Так, все. Я блок уже забыл как. Ага. Иди сюда, давай. Как же там тебя? Блин, что-то я забыл. Давно не играл. Ну давай, бей их. Пинаем его. Вот так вот. Все. Или нет? Музыка долго играла. А. Ну все, 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 отработал свое. Так, поехали. Упс. Прыжок. Еще один. Я здесь, по-моему, надо... Нет. Я думал захват сделать. Так, что у нас с магией? С магией все плохо. Давайте магию возьмем. А...
Сейчас мы его перетащим. Ну. Теперь фантом наш. Ну, не знаю, по крайней мере, я его так называю фантомом. Так, что тут прочитаем? Заметка из записной книжки Архимеда. Читать не будем. То все интересное пропустим. Ништяки. Это хорошо. Так, здесь у нас, наверное, перо. Глаз. Нет, перо точно. Всего лишь одно. Оп. И снова придется. Опс. Прям, блин, скалолаз. Так, еще рывочек. Здесь самое главное не забыть. А то так прыгнешь и все. Все, наверное. Фантом оставим своего и. Опа! Теперь убрать его на. Вот так, постепенно. Сейчас вот так сделаем. Ага, трамплин готов. Трамплин готов, мы готовы. И теперь. И куда прыгать? Блин, чуть не забылся. Так, ну, это мы можем сломать. Опа! Красотища. Так, куда мы пришли? Опа! В водичку нырнул, нормально. Ну ладно, первым блинком, как говорится. Давай, загружайся. В прошлый раз я тут проходил, но у меня игра зависла и пришлось все снова удалить. Оп. Давай. О, собака опять это. Так, а что у нас? У, блин, оружие какое-то есть? Нету. О, сколько их нафиг тут. Так, я уже не помню. Сейчас мы сделаем все-таки. Да вы че, блин? Во. Забыл, как делается. Оп. И добавочный. Получай. Вот эта адская гончая, это она вообще классная. Так, а ты какого хрена тут? Они еще, кстати, могут добить. У-у-у. Все, что ли? Ладно. Получай добавок. А, кнопки бывают разными, да? Блин, псина такая. И еще, наверное, надо ударить пока. Ах, опять забылся. Ладно. Оу. Тихо, тихо, детка. Так. Получай двойную дозу. Кстати, псины-то умерли. Маленькие такие волчатки. Не успел. Так, тихо-тихо-тихо. Давайте. Получите свое.
Блин, опять не успел. Да что такое? Неплохо, неплохо. Амазонка дерется. Не, надо. Нам надо оружие Аида. Вот оно помощнее. И чё ты? Получай дозу адреналина. Все. Можно ее было по-другому, конечно, добить. Ну чё, псинка ты? Наверное, мы пока жизни возьмем. Давайте еще пару раз ее ударим. Или она нас. Кстати, мы можем сделать вот так. Где тут у нас? Не хватит, наверное. Да. Совершенно немножко не хватило. Так, сейчас надо не стоять на месте. Вот так вот она нас все-таки догнала. Блин. Пламя у нее это. Вот так, иди сюда. Подожди немножко. Еще. А вот сейчас с жизнями все плохо. Давай, ломай головы. Рви. Кромсай. Охренеть, блин. Дури-то в нем. Ладно. Дело сделано. Флаги какие-то. Сейчас мы жизни только возьмем. Все отлично. Теперь надо... Надо. Блин, да не это надо. Ладно. Магию мы истратили. О, не то. Совмещаем. По-моему, нет? А, ставим нашего брата-акробата, по-моему, нет. Теперь удерживаем, ну. Чё-то я... А. Нет. Во, наконец-то. Да что ты? Так, восстановление, конечно же. Вот так вот. Больше мне ничего не надо. Ну, ломай, круши. Еще одно перо, отлично. Отлично. Так, с жизнями мы, наверное, не будем. Оу. Здесь, помню, будет битва. Притом серьезная. С первого раза можно и не пройти. Ладно. Сейчас ставим. Держите. Так. Магии у нас нет, это очень, очень плохо. Ну, а, давайте сделаем все-таки. Добьем оружие Аида. Так, R2 в воздухе. Ну где убраться? Сейчас выйдет голем этот каменный. Притом не слабый такой, самый сильный, по-моему. То ли огненный. Не помню, сейчас говорить не буду. Вот он.
Вот тон дядя еще тот. Так, парни, давайте мне силу куда-нибудь выставить-то. Да какого? Тихо, тихо, братцы. Лучше, конечно, его завалить. Потому что он такой не слабый при том. Оп. Притом он их своих задевает, по-моему. Вот так вот. Давай. Ну-ка. Чё там стоишь? Фигню всякую про меня думаешь. Сейчас опять летит парень. Все-таки меня задел, да? Так, мы не то оружие выбрали. Блин. Вот это у него громовержец. Давай. Где он вообще? А, во, он отдыхает, блин. Я себя спутал. Так, нам надо с этим разобраться. Первый удар, второй. Ага, блокировал. И первый удар. Блин. Можно так и спутать. Да давай, умирай. Раз, два. И последний. Все. Теперь парни мои. Так, помоги мне. Кстати, он неплохо помогает. Даже очень. Блин, жизни-то мало уже. Как бы помирать-то и не хочется. Тут еще такая камера неудачная, мне кажется. Давай. Так, хотя бы поодиночке их. Блин. Сейчас. Люлей-то дам вам. Тихо, тихо, тихо. Так, давай. Отлично. И последний рывок. Нет еще. Блин, сколько их тут? Парни. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Вот какого хрена он не стоит на месте? Давай, давай, давай. Так, во. Я что-то не тем орудую. Давай. Блин, хоть бы жизни что ли давали. О, получай.
Фу. Да. Меня ничего не сделает. Так. Я вот... Подождите. Нет. Давай, 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 давай. С такими жизнями, блин. Мне кажется, даже... Сколько у меня осталось? Буквально удара, наверное, 3. Ну ладно, мы выжили. Так, если будем стоять, вряд ли выживем. Мы, по-моему, вниз так-то уехали снова, да? Так, так быстрее, нет, едем, когда я тоже нажимаю на них. А вот вообще лучше в середине стоять. Братан. Тихо, стой. Терпи. Ну. Почти приехали. Ура. Так, сейчас эта аура вверху исчезнет, надеюсь. Ну, если, в принципе, враги появятся, то все. Ура! Победа! Поехали. На солнце. Угу. Да, проще-то они не могли сделать. Ребра Аполлона. О, так. Заметки опять из записки, ладно. Или из книжки. Поехали. Ну. Почему я мажу? О. Такое ощущение, что я нахожусь около них и не могу взять. Все сделано. Теперь... во. Раскачиваемся и... Так и думал. Давай. Так, нифига себе. Неплохая высота. Бесстрашный Кратос-то. Так, куда нам дальше? Вверх. Вверх, теперь. Вау. Блин, немножко, мне кажется, она однообразна здесь. По крайней мере. Не знаю, может, я уже приелся. По крайней мере, третья часть мне не показалась такой... Уж однообразный. Так что отталкиваемся и... Юх. Оп. Чуть не забыл. Офигеть. Это же надо на такую высоту залазить. Ну. Вот. Отлично. Теперь, ого, швы вижу. Вижу я швы. Теперь. Упс. И он на крючок. Офигеть, расстояние. Ладно. Что-то затормозило у меня. Yes. Ой. Ништяки. Так, опс.
теперь нам надо другое оружие развить. Пам-пам-пам-пам-пам. Лед Посейдона. Давайте молнии Зевса все-таки добьем. Как там? Слепящая ярость. А, теперь амулет. И амулет у нас на максимуме, да? Ну давайте вот это сделаем. Наверное, вся истратится. И не хватит, да. Ну ничего. Вперед. О, чуть-чуть не упал. Уху. Так, теперь. Вот так и знал. О, тихо, братва. Вот это вот приятный сюрприз. Двойной удар мне сделал, да? Блин, щит-то не пробиваем. Офигеть. Ладно. Вот этому-то по моргам еще попадаю. Иди сюда. Так, а его, наверное, тогда надо. О, второй красавец пришел. Эй, блин. Ну, сейчас получите у меня люлей. Ага. Тихо, тихо. Чё ж ты злитесь-то? Ну. И еще. Так, наверное, одну ячейку с магией оставлю. Не, мне щит не нужен. Ага. Куда нафиг? Дайте вы мне его порвать. Вот так вот. По башке два раза. Уа, промазал. Тихо, тихо, парень. Офигеть. Злые дядьки. О-о-о. И тихо. Ломай его. Все. Так, теперь он один. Иди сюда. А, все уже. Даже сопротивляться не будет. И все. Ладно. Неплохо. Только половину жизни у меня убрали. А, куда? Сюда. Нифига он плиты двигает. О, жизни. Не, мы возьмем жизнь. Жизнь, жизнь, жизнь. Жизнь. Опять записки. Заметки. Красавчик. Тихо, чувак. Почему ты? Там же, по-моему, бонус был, или мне показалось. Ладно. Ладно. Обратно никак нельзя. Да нет, там ничего не было. Ага. Сейчас будем биться. Притом враг тут, дай боже. Или ошибаюсь, они потом будут.
Нет, будут сейчас. Ага, иди сюда, циклоп. О, да какого хрена у меня щит оказался? Вау! Мне кажется, щит вообще не вариант. А, нет, нет, нет. А, ну хотя ему же ничего не будет. О, братва вылетела. Иди сюда. По мордам получил. Блин, и я получил. Ладно. Тихо, тихо. Все-таки они вылупляются. Лучше по одному их. А вообще лучше вот, вот этого толстяка прикончить. О! Сейчас, иди сюда. Вау! Просто пригвоздил меня. Да блин. Ох, братан, нет. Нет, еще раз нет, давайте. Оп-оп-оп-оп-оп. По-моему, нет. Живые. Птички-то живые. О, еще и кусается вот так вот. И еще. Нет. Еще не получилось. Где она там? Все. Порвал, по-моему. Точно. За его широкой спиной не было этого видно. Ладно. Он вылетела. Иди сюда. Жизнь, жизнь, жизнь. Жизни. Нет, не тут-то было, да? Иди сюда. Бац. Так. Вот этого вот здоровяка мы просто так не завалим. А вот... Вот она, ну! Ах, промазал. Теперь не промажем. И все, разрезал ему пуповину. Ну все, иди сюда. Вот это вот мне нравится, комбо такое. Вау! Нет, нет, нет. Блин. Снайпера. Жалится током, гады. Отлично. Как он ее растянул. О, еще одна. Да сколько вас тут? О, ой-е. Порежем тебя немножко. На шашлык. Ну иди сюда ты. Ура. А вы что тут? О, красавица, да? Ну, живая, да, еще? Сейчас приземлится.
Или нет. Или мертвая. Так, я примерно так помню, что делать. По-моему. Вот так. Потом. Потом что там такое? А, ничего. Отсюда пришли, получается, да? Так, где ты должна быть? Где ты должна быть? Не, я так упаду. А если вот так вот? Нет. Вот я забыл. Забыл, как и что. Так, ну вот это должно открыться. А, во. Да что я? Нет. Так, да нифига. Так, ты там с кем дерешься? Вот это, по-моему, надо сломать. Вы заслужили привет, приятель. Ну, ладно. Приз мы заслужили, а вот... Ну, что-то он не хочет. Может, его сюда? Вот и нет. Блин, я забыл. Я забыл. Вот это, по-моему, как-то там... Ломается, крутится. А, что у нас, меч? Да нет. А может нам... Нет. Еще раз, как говорится, нет. Ладно. Ну что? Что же нам делать тут? Так, ладно. Наверное, тогда мучиться тут не будем. Сейчас я закончу серию. Посмотрю, как она делается. И в следующей серии все покажу. Все. Вроде так оно. Ну ладно. Всем спасибо, кто меня смотрел. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.